В доме по адресу Портовой, 38, продолжается капитальный ремонт фасада. Строители положили два слоя утеплителя. После установили ветрозащиту. Материалы защищают здание от воздействия внешней среды, а также обладают теплоизоляцией. На данный момент монтируются панели с нанесенным рисунком. Почти на 90% выполнена работа по обрамлению оконных проемов. На объекте трудится около 100 человек и техника. Есть и кран, есть механизмы, которые малая механизация, есть тяжелая механизация, подвозят кразы, материалы все на площадке. Люди работают малой механизацией, это ручной инструмент. Дом по Портовой построили в 1974 году, в нем 5 этажей и более 300 квартир. Дом будет в морском стиле, на фасаде уже красуется чайка. Срок сдачи объекта по контракту – июнь 2022 года, сказано на сайте фонда капитального ремонта.